Сняли этот, да, Варт? Я вставаю. Как известно, там, где собираются двое, сразу возникает экономика. Поэтому, едва появились первые онлайн-игры, народ тут же принялся строить виртуальный капитализм. Сначала все торговали на доверии, вскоре это царство лохов, то есть молодой рынок, наводнили мошенники всех мастей, тут же превратив его во что-то среднее между Диким Западом и Вестеросом. Все норовили наебать всех, прежде чем наебут их. В результате мораль в комьюнити падала, а подозрительность, напротив, росла. Так появились гаранты. Они предлагали проследить за тем, чтобы и продавец, и покупатель в результате получили обещанное, и никто никого не обманул. Но одних гарантов навык мошенничества был прокачан настолько, что позволял наебать обоих участников сделки сразу. У других же комиссия была такая дикая, что это почти напоминало наебалово. Да и мир не стоял на месте. Новые игры выходили постоянно, и в каждой была своя валюта, ключи от кейсов, питомцы и прочие золотые автоматы. Ну и, конечно же, свои 120 уровней, которые нужно было вдрочить. На поиск нужного предмета или услуги теперь требовалось времени больше, чем, собственно, на игру. Приходилось сидеть в тематических формах, ловить предложения и при этом еще следить, чтобы тебя не кинули. Затем появились магазины, торговать стало безопаснее, но их ассортимент вызывал смех, заказы обрабатывались через жопу, зато наценка была конская. Короче, гроб, кладбище, гейм-овер. Но это пока биржа FunPay не появилась. Эти ребята вместо людей посадили роботов, чтобы те обработкой заказов занимались. Кормить роботов не надо, так что и комиссию за сделку установили небольшую. Потом прикрутили контроль безопасности, как гарант только кидать не умеет. Ну и ассортимент расширили настолько, что магазинам только локти кусать остается. А главное, даже если у одного продавца нужный товар закончился, его можно попросту взять у другого. Короче, больше никаких анальных болей, только фан, профи и любимые игры. О май гад! О май гад! Тем диск прокнул, прыгает, Войд под боковой, стоит Хроносфера. Раз катаклизм, два катаклизм, Кайлы полетели. И ТБ просто живой! Правда, БКБ закончилось? А это что, еще одна хроносфера, что ли? Да, еще одна хроносфера. Пошла курса, но в эту курсу полетел метеорит, и урона, соответственно, никакого инвокер не наносит. Пытается забрать Войда, Войд умирает, 100 секунд, байбек есть. Смотри, он сейчас покажется, МБ, либо он тут будет, да, фармить, наверное. Дайсон страйк, вот сюда. Инвокер. Fuck off. Stupid ass bitch, fuck you. А чё, не пойдём на Рошу? Чем будем залетать? Соло. Царк. Меня ульты. They know. Бомбс. Легчайшая. Чего? Отстань. А я люблю музыку на стриме. Жестко. Ныть нахуй, иди сюда, дам тебе этот вард, ублюдок. А нахуй ты его вообще забрал сразу? Спасибо. Заебись дал, да? Пастаду. Joo. О, меня варпан варпан. Мне куоли. А мне пääse mitenkään pois. Тепет. No en pääse. Окей. О, игра. Окей. Окей.
mạng ở Simoc rồi, nhưng đó là có cái quật qua chí mạng thấy được cái Simoc này. Bà Ban cầm 4 người, Rim coi 4 người ở đây, đặt cái tường lồng quá tuyệt vời, ai Blast cũng là 4 người luôn. Và combat này là combat hủy diệt, một cái quật cũng như là pha combo. Comic is real guys, I got the link, let's go. Go! Go fucking A! Go! Oh, TP mid. Yeah, they want to catch him. Snow, he comes in with the X. Oh, that was an elite the illusion dodge. Justin and Boone. I like the smoke. I like the smoke. Oh, baby. Yeah, also got those boys. Баунти. Уебаунти, блять, Стрея на выкопал, блять. Сука, снова. Хоть через него уебал крипов. Не выходи, сейчас клепнет, еба. Это чушка, блять, на батрайдере без дарища. Закрой ебало свое, блять. Чел, ты каждый день сидишь тут. Да, да, ты, блять, первый день зашел, иди нахуй просто. В компьютерном клубе, надеюсь, сидишь? В твоем, блядь, подвале сижу, нахуй. Ладно, это подписывает. Сука, как же меня бесит, нахуй. Заботки, оп, заработал и на компы все бабки въебал, да? Заебум. И на стрим тупо для 10 человек, да? И полетели, на бете, на 22-й БКБ. Помогите, помогите, он сейчас убьет его. Все-все, они потратили эту. Это вот, блядь, ради чего мы жили, нахуй! Инфакто! I'm going bottom. Tiny mana? I'm literally still porting bot. Yeah. I'm not done here. I'm taking bot tower, guys. I'm dead again. Made my way to the citadel to prepare to arrange that day when I sit up there. Campaign for a change to win a fair. I persuade the state, but I didn't care. Defamed by the fake news as a joke. Chuckling and Rick don't know how I'ma go for the throws when I'm pouring in votes. The more I coast, and my manager getting cut short. Tried assassinating my ass, cast him out to space with the trash. Then the shadow council collapsed. I eradicated.